Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем GTA 4. Итак. Так, мне надо миссию взять. Да, игра старенькая, но мне вот она нравится. Прохождение у нее, ну, очень, так скажем, интересное. Отличается, конечно, да. Ну зато плейбой. Ну давай, ответим. Золото, не тяни резину. Решился. Ты разрушишь эту нашу проблему с Дэйном. Конечно. Все. Лично я знаю, что делать. Я знаю. Все. Мир да любовь. Конечно. Давай, мне твоя хата нужна. Так. Убейте плейбоя или Дуэйна. Блин. Сейчас. Я ехал сюда больше. Ну ладно. Давайте я вам сразу итог покажу. Нажмем и телепортирую вас. Итак, вот мы подъехали к плейбою. Давайте замочим его. И отожмем его хату себе. Вот такой вот я черный риэлтор. Давай, у меня пистолет. У тебя что? Идет загрузка. Давай, ты теперь. Давай. Есть. Есть. Ты убежал, тварь. Ты убежал. Ты же не думал, что я тебя отпущу. Куда ты тут? Не понял. А ты как отсюда? Вот ты как, падла. Давай, еще один этаж. Пойдем уже на улицу, отмечешься. Скотина. Спасаешь свою жалкую жизнь. Ух ты! Ты загубил парня, разведись. Это надо было всего лишь вот так вот и все. Эта игра тебя изменила. На! Ты смотри, какой у меня костюмчик. Итак, то, что мы хотели, мы сделали. Телепортируемся за следующим заданием. Так, что ты мне подашь? Вау, жратва. Блин, пожрать не дали. Ну, что ты мне расскажешь? Заберите патроны для снайперской винтовки. Заберите. Хорошо, заберем. Ну, там чуть-чуть всего лишь поправим по здоровью. Но тем не менее. Давайте. За патронами. Где такси? Где моё, мать твою, такси? Вот оно, вот оно, вот оно. Фу. Я думал, собьёт. Нет, не сбил. Поехали. Поехали, вези меня к такси, зеленоглазая. Тащи. А, так мне машину надо забрать даже целую. Вот так вот. Вот как. Ну это подстава, конечно. Не может быть все так легко и просто. Что, все так просто?
Пришел, забрал, сел, поехал. Никто не стреляет, никто не гонится. Странно все это. Вот так, вот так, осторожней. Маневренность, да. Ай-яй-яй. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем со своей фанатекой. Так, вот он стоял. Если не ошибаюсь, это был Rolls-Royce. Автомобиль за 24 ляма. И, если не ошибаюсь, это еще не самый дорогой, так поддержанный. Вот на таком автомобиле надо гонять. Я, правда, скорости его не знаю, насколько он готов развить. Ну давай, вот мы приехали. Вызов. Я нашел место, так, что так в своей квартире, она находится с восточной стороны улицы. Ага. Поднимись на крышу здания, которое стоит напротив, и пристрели его. Да без проблем. Заставь его сделать это. Поднимитесь на крышу. Валим на крышу. Блин, как нам вот здесь допрыгнуть? Ну-ка, здесь мы не можем допрыгнуть. Ну-ка, в подъезд. Вот подъезд открыт. Это хорошо. Так, уборщики, уборщики, одни уборщики. Надо заставить его выйти. Как его выйти заставить? Стрельнуть по хате, так если он заляжет. Хотя если он заляжет, этого не должно быть. Он по игре должен выбежать. А я бы залег, если бы по мне стреляли бы. Я вообще бы в соседнюю квартиру перебрался, и хрен вы знаете, где я живу. Так. Нашел. На четвертом этаже. Раз, два, три. Уже третий. Или что, или я неправильно считаю. Что мы видим? Колонка. Чувачок. Телевизор с телефоном. Так, внимание, дилер наружу, убить его, выманите. А как его выбрать? Давай. Вот так. Миссия выполнена. Отзваниваемся. Давай, звони. Скажи, что дело сделано. Или мне что, или мне хату еще обчистить его? Вроде все сделал. Пристрелить, пристрелил. Метки нету. Что происходит? Сохранение данных. Надо было на улицу выйти. Ладно. Смотрим, что следующее задание у нас. Так, берем следующее задание. Паки. Паки-паки. Ну и они рассчитывали, что смогут спрятаться. Или спрятать. Смогут, так смогут. Чувак, найдешь нам тачку, бросить этого дюта, так. Тачку нам надо. Нам надо тачку. Надо тачку. Сойдет, вот она. Вроде. Да даже не на сигнализации. Подберите паки всех остальных. А что, у вас много? Ух ты. Сегодня я вас, ваш шеф. Так, поезжайте на завод по переработке отходов. Ух ты, это перестрелка будет.
Это, наверное, из-за тех трупов, которые надо было избавиться, что-то пошло не так. И вот сейчас пришла расплата. На. На. Нам далеко ехать. Как-то аж зигзагом придется ехать. Зигзагами, зигзагами. Дорога длинная, дорога дальняя. Ладно, давайте для вас я сокращу этот путь. Так. И куда привел ты меня? Ладно, ребята. В главном здании. Штурмом берем. Вон они. Я их вижу. Проникните в помещение. Есть. Давай. Тихо, тихо. Вот так. Всех валить надо. Это свой был. Вот так вот всех. Потихонечку, помаленечку. По-моему, сюда, но нет. Где? Вау. Блин, мне наверх надо. А как сюда забраться наверх? Это было в прошлом видеоуроке. Давайте. Куда? Ну ты что за животное-то? Поднимаемся. Да твою ж мать. Так, минутку. В общем, это делается не через крышу. А как тогда? Так. Что случилось? Дверь закрыта. Другой вход. О, как я быстро ворвался, господи. Давайте посмотрим, где они. Вот он один. Патронов не жалко. Вот второй. Пожалуйста. Где еще? Что это такое? Блин, блинский. Давайте продвигаемся потихонечку, помаленечку. Кто по мне стреляет? Вот он. Блинка. А вы, ребята, быстро всех убиваете. Мне это даже нравится. На. Что ты мне скажешь? Подъем, подъем. Все, ты кого-то убил, какой ты красавчик. Идем далее. Так, что мы видим? Сумочка, сумочку берем и сваливаем. Кэш, кэш, деньги. Так мы сюда за бабло. Так, найдите пока возле. Давай. Еще разок.
Бра, еще разок. Че, вы даже не отступали? Вот она машинка. Какая машинка? Катер. Давай сваливаем. Лады, знаешь, мой бунт теперь. Так, вместе с Паки. А где катер? Тебя вижу. Давай. Давай. Зови его. Маши крыльями, давай. Доплывите до лодки. Блин, то мочите, то не мочите. Давайте, shift. Ускорять должен процесс. Плыви. Левый shift. Все, забрались. Так. Давай. Давай. Садись. Вот и все. Подождите. Паки, прежде чем садиться в лодку. Давай, Паки. Ты что там застрял? Все, едем. Отвезите Паки в безопасное место. Поехали. Я знаю одно такое безопасное место. Крематорий называется. Там тебя никто не побеспокоит. Так. Чтобы изменить крен, используйте левый shift. А если не хочу, так, чтобы делать крутые повороты, пробел, ага, все понятно. Так, пролистаем. Так, я миссию выполнил, пролистаем, пролистнул, секунды две, блин. Ну, на этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки, пока.